Полицейское ведомство расширило возрастные рамки приема на работу новых сотрудников. Фактически, без специального образования, теперь начать новую карьеру можно и в 50 лет. Было бы здоровье. МВД следует за демографией страны. Предельный возраст для поступления на службу изменился. Ранее младший начальствующий состав у нас был до 40 лет, а с нынешним изменением до 50 лет. Преступники не подстраиваются под график с 9 до 5. Главное, к чему должны быть готовы новички – ненормированный режим труда. Такой совет дает капитан полиции Михаил Ильин. Сторожил по местным меркам. Ему почти 37 лет, стаж работы в органах внутренних дел. Свой участок знает как свои 5 пальцев. Его повседневные заботы, семейные дебоширы, нелегальные мигранты, квартиры, которые сдаются в аренду без оформления. Перед тем, как человек устраивается в полицию, он должен понимать, что все условия для работы здесь созданы, все материально обеспечены, и трудностей для тех, кто устраивается, никаких нету. Всегда есть старшие наставники, старшие друзья, товарищи, которые в любой ситуации тебе помогут и объяснят, и подскажут. В помощь всем новым сотрудникам выстроена система наставничества, подтверждает 23-летняя Екатерина Лебедева. Лейтенант полиции в своем отделе работает всего полгода. Закончила один из московских вузов МВД. Говорит, тем, кто целенаправленно планирует выстроить карьеру в мундире, оказывается всемерная поддержка. Проблемы возникали, например, в оформлении служебной документации. Но мой наставник все объяснила, все показала, и теперь я не сталкиваюсь ни с какими проблемами. МВД старается делать работу в рядах полиции более привлекательной. Недавно повысили зарплату, или, как здесь говорят, денежное довольствие. Например, раньше для младшего начальствующего состава зарплата начиналась от 50 тысяч рублей в месяц, теперь от 65. Если говорить конкретно об Одинцовском округе, здесь больше всего новых сотрудников ждут в рядах следователей. Правда, для такой работы нужно иметь высшее юридическое образование. Тимур Гайсин, Станислав Трифонов, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».